Всем привет! Сегодня я снова играю в Метрострой на сервере 717.6 на карте Днепро, Днепр получается, Украина. Информатор поиск я уже включил, настроил. Вот, открываю себе маршрутик ПК-4. 2 минус сюда, да, все правильно. Оп, в общем, едем. Информатор тут будет на украинском языке, говорить сразу. То есть не ругайте меня, а ругайте карту. Короче, я что-то уже сломал. Ладно, возьму старый, новый, старую, новую коку. Где тут какие-то вообще пришельцы? Нет, здесь нет смены информатора. Оп, ОК. Да, там АКУ, как уже появилось многим, в том числе и мне. Все, можно разогнаться. Так, все, пассажиров сажаем. Я сейчас на Покровской. Поэтому я буду закрывать сразу же дверь. Да, дверь. Все равно не понимаю.
все. Я снимаю очень много встреч, поэтому все сердце с праздничком, с Днем Защиты, как его там праздник, с Днем Защитника Отечества. Вах! Поэтому все отправляем мужчину, три мужчина. Это что у меня просто? Здесь прост есть. Хотя я не вижу прост метод. Ну ладно, мне ж лучше. И двери открылись сразу без. Без. Так, я на заводская поспеть свободы. Могу их подождать встретить, а у них там кажется. Сейчас более столкновения, они что гуськом. Осторожно, двери скрывать, следующая станция заводская. Кажется, что про вещи сказать, без гладки, или нет, послышно, казалось, приснилось. И так, оп, я сюда. Ой. Человек.
наверное, кстати, нельзя слишком много вещей. И на 60. По-моему, 16. Оп. Ждем. Раз, два, три, четыре, пять. Амен. О, все, ушло. Ну, вообще, вот, могу даже каждую станцию устанавливать, показывать. Вот. Завод Нипполашимаша. Земный переход. Техническая лавочка, скамеечки. Вот так. А, время скажите, еще, кстати. Двери ПП, МВ, сбор, экстон, сара, состояние ПО, скорость практическая, максимум будет 80 километров. А вот не знаю, что вот там. Вот, кстати, сервер, на котором мы играем, это рассвет. Не знаю, как по-другому сказать. Я такого слова не запахнул, чтобы положить на Т, 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 на
Оп, без рук проехал. Оп, надо, короче, не зажимать М, а просто, ну, короче, вот еще останутся. Оп, такая желтенькая, как на металлурге. Зовут Юра. Юравия, что ли, получается? А, вот надо на вторую ставить и не будет сама такая раз. Ну, это майданка. Есть. Ручками буквы пишешь такое и все. А, пока не все еще и депо есть. Так. Вот такая. Да нет, станция. Эскалатор. Никуда. Красненькая все. Там метростроитель. А, кстати, Легоша, ты выезжаешь или как? А, все, понял. Ну, все, поехали. Это получается предпоследняя станция. Потом заезжаем в оборот.
Джессом с командой вообще поехали в установке. Чик-чик. 9. 1, 2, 3, 4, 5. Все, готово. Сейчас мы посмотрим, где тут тупик на дороге. Так, короче, не буду долго думать. Это мне не очень привычно. Нажимаю Z, беру фонарь. И едем в дом. Так. Я уже скучно. Мне уже скучно. Вот новый стюмер, но Нива. Нива, Нива, Нива. Так, все поставилось. Вот, кстати, такой поезд. Куда ты их? Какой мне на какой путь? На втором. Кому нужен на первый? Вроде, да? Или нет? Первый.
Ну, у вас на первый путь даже информация на первый путь. Приснилось. Ставить испытание.
Впереди на 60 метров, на 60, оба. Вот так можете сказать, да, на этом есть интересный хмот закрыть. Thank you.
В смысле? Да просто ты стоял на станции, в итоге меня стопорнуло в перегоне. А, извини, просто у меня неисправность была, я, короче, забил на этот состав удалил. Нет, думаю, не, мне рекомендуют. Да что-то неисправность-то хоть напиши. Может, помогу чем потом, если вдруг опять такая ситуация возникнет. Во-первых, двери во втором вагоне не открывались. Во-вторых, на головном вагоне не собиралась схема. Ни на ход, ни на торможение. А, блядь, если бы сказал, что было бы, блядь, я бы сразу, может, что придумал, твою мать. Но сбор не сбор РП, блядь, это такое все бывает. Так, я вернулся. У меня тут поезда было нехорошо. О, мой друг, извините, заспавнился. Может, он даже что-то сейчас скалочит. Это что маловероятно. Хочу также предупредить, но кто интересуется, что видео в скором времени не будет по личным причинам. Да, я ненадолго уезжаю, но потом видишь, конечно же. Ну, в общем, все равно я жив, давно можно будет связаться. О, моя остановочка. Спасибо, что подвез. Благодарю. Так, где у нас Еппо? Тут Еппо нет. Тут Еппо есть. Значит, едем в Еппо. Пойдем в Еппо, я сам знаю.
сейчас поеду в Япон. Если нас, конечно, пустят. Педальки дейси, а не знал, что там мешать спальню. Так, и открываем. Десоптен. Депо. Т1. Свой. Десоптен. Депо Т1. Все. И поехали. Ау. Ну дай. И пойдем смотреть депо. Салам алейкум. Ну вот я сошел с рельс. Потому что где-то должна быть диспетчерская. Вот, наверное. Ассалам алейкум. Рубля не будет, будет талон. Ты здесь. У меня диспетчерская. Ведь где в этой стрелке должны переводиться в диспетчерскую. Ну, короче, да. Эх. Вот такое вот депо. Никчемное, ни о чемное. А, нет, мой, конечно. Сейчас я хочу посмотреть. Стейшнс. Нету. Здесь пить. Я, может, она пьесна. Стейшнс. Нету. Депо. Депо. А стейшн депо? Слава, будешь помощник? Не знаю. Эх. Обидно. А что мне делать надо будет? Не знаю, что хочешь. А может, платят на диспетчерс? Слушай, а ты можешь привет, сказать, да. Так, потому, что как ты такой вот запускаешь? Потому что я пробовал, у меня ужасная была эта панель. Какая она? Вот это тебе больше всего нравится? Ну да, чем? Не помню, какая там... Ну, как Кисташкин, она... причина проезда сигнала Х-13. Понимаю. Аргумент. Да где диспетчерская? Это самое, я постоянно слав кастом. И тип панели RS выбираю. Ша, какой канал? Откуда? Первый. Короче, Х-13.
Хочу. Какой тип по панели RS? Это шпирак. Не слышно. Берем какой-нибудь квест. Например. Номер 0. Из двух вагонов. Берем лодочку. Что-то Андрей спавнит. Цепляем ее. А, это что? Вот, или есть. Видимо, он тоже идти может. У него вообще нету на серии. Ты нет, есть. Ой, бак с звуком. Дойдем до стрелки и сорвал уже удочку. Я удочку сорвал. Вкусно. Вкусно, вкусно. Так вкусно. Да и вкусно, вкусно. А, да. Короче, никто не знает, как делать это. Да. И, а может, он все-таки привел? А, да? Понимаю. Печку спечили. Хотел. Удочка ушла погулять. Вот себе. Да, удочка ушла в логи. В логишку. Где? Ладно, закрой дверки, чтобы лимит хотя бы. И я вспомнил один мемасик по типу. Он реально умер? Или просто хайпит на своей смерти? Ладно. Ну, короче, сейчас доеду до депо. Т1 и пофну запись. Меня снимают. Не, ну я же зато все, зато честно. Все, сразу сказал. Админ, я удочку чайно сорвал. А че так много игроков, я не понял. Я нас стал популярным. И никто не заходит на этот. Не-не-не-не, играйте, играйте на здоровье. Артем, это бан. О, это же Витя. Капец. Нет, я не Витя, я...
Ага, это я не знаю. Так, приезжаем в этот порт Т1. Вити нету, представьте, что Вити нету. Да, не, не могу. Чапи тебе. Давай разыграем сход. РП ситуация. А, нет, он не перевел стрелки. Не-не-не, Кузьмич, молодец. Езжай назад, отгоняй назад. Так, отгоняй назад. Где? Просто ревер назад, переведи все. Держал пробел, поехал. Фармас не хочешь отпустить? Отпустить его, кран. Его. Не пиши. О, все. Поехали. Не так сильно. Давай. Все, стой. Стой. Да, тормози. Вот, все. Я еще... Молодец. Че, ты прям удочку сорвал? Да, прям удочку сорвал, блядь. А где она? Так, не вижу на первой канаве. Только на первой канаве? А. Вот. Удочка. Понимаю. Нормально. Тоже никто. Чекните сейчас сюда, пожалуйста. К нам или к Лемету. Мы вот так вот скажете, нам на. А, вам то есть нормально, да? А почему бы нет? А кто вас кто будет включить удочки на будущее отключать, а? Я жить не хотел. Знаешь, есть такая поговорка, за случайно бьют отчаянно. Надо, Федя, надо. Не надо. Надо? Нет, да, надо. Блин. Вы тоже там взяли бросили удочки. Ну, короче, ладно, все. На этом точно можно заканчивать. Сейчас посмотрим, как он будет ее ставить. А, нет удочки, нет проблем, как говорится. Ну, короче, ладно. Всем пока.
Зашибись, по второму пути вроде как ты вниз едешь, а здесь наоборот в горку поднимаешься, весело? Так сказать, закончу свое видео на этом. Вот этот сервер. Сайт у них. Сейчас. Вот. Сайт. Подключайтесь. В общем, всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока-пока. Вот видите, даже вот на таких обычных серверах всякие РПшки, такие вот ситуации, это я просто тупой, я не машинист по образованию. Я все-таки программист. Поэтому ладно. Всем удачи и всем пока. Пока. F9.